Охрана, слышишь? А? Охрана кричит. Хоп-хоп-хоп-хоп, сразу такие потопали. А этот дебил стоит. На днях в Камышлове на железнодорожном вокзале по стальным верхним балкам пешеходного моста под контактными проводами с очень высоким напряжением разгуливали местные пацаны, взрослые, идущие по мосту над рельсами Транссиба. На безбашенных подростков особого внимания не обращали. Зато кое-кто из вокзальных работников не только взял в руки мобилу, но и вспомнил, что недавно именно здесь, с этого пешеходника, свалился мужчина в возрасте немногим за 50. Он недолго провисел, схватившись руками за перила путепровода, секунду-другую подрыгал ногами и упал на контактный провод, а потом соскользнул с него и шлепнулся с большой высоты на рельсы, на пятый путь, по которому, к счастью, в тот момент никакие поезда не проходили. Впрочем, удача недолго крутилась вокруг падучего мужчины. Его на скорой доставили в больницу, и бедолага в тот же день скончался от травм. В соцсетях по поводу пацанских бродилок над железнодорожной бездной, как водится, разгорелись жаркие споры на извечную тему «Куда же смотрит семья и школа?». Кто-то предположил, что эти паркурщики не по-детски оттопыривались, другие говорили, что это просто безбашенные пацаны из соседнего района. Дескать, их следовало бы изловить и по-отечески выпороть ремнем. Противники домостроя предлагали отправить пацанов в трудовой лагерь. Но им тут же возражали, дескать, пацанам и здесь на мосту весело. Видно, что мальчишкам лет по 14-15. Онлайн-дискуссия закончилась на привычной волне с упоминанием пресловутой премии Дарвина и линейного отдела полиции.